только нет, и ЛДПР нет, да? Кроме КПРФ у нас еще члены Единой России здесь. Да, он активно участвует у нас в выборах президента Российской Федерации. И решением Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Леонид Александрович награждается благодарственным письмом за активную работу в период избирательной кампании. Я так думаю, что теперь у вас очередь от Центрального исполкома партии КПРФ, потому что президент един для всех. А он же не в уже поздно выступает. Но это еще не все. Теперь скажите о создании комитета. Спасибо, Андрюс. Уважаемые коллеги, дорогие депутаты, разрешите мне от комитета и от присутствующих, если не будет депутатов, да, приглашенных, выразить слова огромной благодарности Леониду Александровичу. И я думаю, что это подарок как раз ему понравится, вы все знаете, чем он занимается в нерабочее время. Подарок очень творческий, это конечно, больше по силу социальному комитету.